Здравствуйте, друзья! Рада приветствовать всех на своем канале. Сегодня у нас выпало очень много снега. Сейчас вот снег тает. Немножко в теплице стало светлее, потому что вся крыша была засыпана снегом. Сейчас капель на улице. Стало светлее, поэтому хочу снять вот этот у меня большой цитрон. Это варигатный цитрон с салатовой такой вот варигатностью. Думаю, видно, вот листики очень красивые, такая салатовая варигатность. И очень такой вот крупный у нас плодик получился. Сейчас мы его срежем, свесим, разрежем. Посмотрим, как он там внутри. Я планирую с него сделать цукаты. Ну, это только в планах. А по итогу посмотрим, что у нас получится. И еще у меня созрела маргарита. Жаль, что не передает камера цвет. Но она уже такая оранжево-оранжевая. Не могу не сфокусировать. Она уже достаточно зрелая. На камере желтый цвет, но на самом деле он оранжевый. И ветки все вот погнулись уже под тяжестью. Я думаю, что не стоит мучить ее, потому что она уже и сама начинает осыпаться. Плоды падают. Много на плодика в этом году она выносила. Сейчас мы тоже их снимем. И посмотрим, сколько у нас получится. Ну вот, смотрите, какая бомба. Этот вот цитрон. Вот такой вот он, большущий. Не взять в руку. Какая вот интересная у него форма. Он на самом деле такой цвет желто-желтый. Очень желтого цвета. Сейчас мы включим весы. И свесим. Интересно, сколько он будет. Итак, 837 грамм. А он на самом деле вот такой великан на все платформу весов. Но небольшой вес из-за того, что много здесь цедры. Потому что это цитрон все же. Красавчик. Ну вот такой он в разрезе. Я думала, что цедры будет намного больше, но нет, мякоти тоже здесь достаточно. Я уже вот попробовала долечку. Вкус такой кислый, как у лимона. Ну, может, немножко слабо кислый, можно сказать, такой не такой не ядреный. Кислинка достаточная. Можно его вот дольки засыпать сахаром или просто добавлять в чай. А вот цедры немножко я ожидала другого, потому что у меня есть один цитрон, и он абсолютно нету горечи, у него вот эта цедра сладкая. А у этого вот наравне с рукой Будды. Там тоже есть горчинка в цедре. Поэтому если делать цукаты, то нужно цедру вот вымочить, чтобы ушла вот горчинка. Вот так вот большущий. Классный цитрон. Косточек нету. Вот такой вот классный. И очень интересная у него красивая форма. Ну, еще я сняла вот это маргарита обычная, кумкват. Это мейва, которая более созревшая. Два кукли. Смотрите, кукли как отличаются по цвету. Эти оранжевые. А кукле такой вот прямо какой-то померанцевый цвет. Такой красный, красноватый. И один маргарита биг, но он еще немножечко, конечно, нужно было дать повисеть, но хотелось просто снять для сравнения. Это я сорвала самый мелкий плодик. А два остальных пускай будет для видео, на котором я сравню все кумкваты, которые у меня в этом году плодоносят. Сейчас разрежу и попробую, скажу вам, как по вкусу. Ну, вот так они выглядят в разрезе. Вот мейва.
У нее довольно такая толстая кожура, она сладкая, есть косточки. Ну и я считаю, немного у нее мякоти. Вот. Это Маргарита Биг. Ой, такой аромат, что прям не могу, слюни текут и текут. Тоже толстая кожура и поменьше мякоти. А вот кукле, смотрите, очень много мякоти и тоненькая кожура. Поэтому и когда мы будем кушать, он будет самый кислый, потому что сладость кунфата в их кожуре. Ну и вот обычная Маргарита, тоже здесь, как видим, мякоти побольше, нежели у Маргариты Биг. Вот, Маргариты Биг значительно больше мякоти. Ну что, сейчас мы попробуем, как же на вкус. Вот Маргариту Биг я ни разу не пробовала. Для меня это будет новинка. Да, кожура вкусная. Мякоть кисленькая, но из-за кожуры кислота практически не ощущается. Получается сладенько. Вкусно. Рекомендую. Мейва. Ну, мейву я уже не одну кушала. Мейва для меня это фаворит. У нее даже мякоти практически нету кислинки. Просто сладкая. Ну и чем? Закусим кислятинкой кукле. Кукле пряный. Вот кожура у него очень пряная такая. Я бы не сказала бы, вот он очень-очень оранжевый был. Видите, кожура какая оранжевая. Поэтому вот сладости в ней очень много. Он уже перевисел, его уже можно было давно снять. Но вкус вот перевисевшего такого намного лучше, нежели вот мы, если бы пробовали вот этот. Все-таки здесь зависит, сколько плод будет висеть на дереве. Ну и очень даже интересно. Вот такой пряный, клементиновый немного привкус. Здорово. Вот такой вот. Спокойно можно кушать. Вот немножко такие вот недозрелые. Как бы, ну как бы зрелые, но не перевисевшие. Я не люблю просто так кушать их. Я всегда отправляю на их на цукаты. Потому что мне кислинки за много. И вот эта кожура, у нее много ароматических масел. Что мне не очень нравится. Ну вот такой вот на сегодня обзорчик. Вот такие у нас замечательные выращенные мною плодики. Это вдвойне приятнее, вдвойне вкуснее, чем с магазина. Такой вот урожай. Так что выращивайте, пробуйте, и у вас тоже все получится. Всем спасибо за внимание.